I'm a scat man. Всем привет, народ! С вами был Азия, и мы начинаем наш очередной стрим. И сегодня у нас не просто стрим, сегодня у нас великая дата. У нас появляется возможность вскрывать паки большого турнира. И мы непременно этим займемся сразу же, как только это станет возможным. А по примерной информации, это будет в 8 часов вечера по Москве. Поэтому распорядок на сегодня. Да, ребят, привет всем. Мы стартуем с аренки. Как обычно, сливаемся за часик быстренько на ней. И только 8 часов, только появляется возможность открывать, и мы начинаем это делать. Привет, Данил, привет, Гастон, привет, Лёва, привет, Пирожок, привет, Лёнь. Да, ребят, всем привет. Да. Привет, Стрелок. Привет, Евгеныч. Так, погнали на арену тогда. Чтобы не затягивать. Да, я сделаю запись по открытию паков отдельно и выложу ее на YouTube непременно. Привет, Арагон. Так, что, давайте на результат сыграем первый раз. Джайный. Фу-фу-фу. Да, ребят, еще из интересных... не советую сливаться так быстро, может быть, и не будет паков 8. А, хорошо, ну посмотрим. Специально сливаться никто не будет. Да, ребят, еще из интересных новостей. Я сделал теперь трансляция, будет сохраняться на Твиче. То есть теперь вы в любой момент сможете зайти пересмотреть. Потом, что еще интересного? На канале и на Ютубе у нас будет с этой недели возобновлен Ведьмак. Следующая серия появится примерно завтра. Привет, мистер Фриз. Привет, Гастон. Смотри, подписка за 2 бакса. Сначала нужно с ними заключить партнерку. А чтобы заключить партнерку, мне нужно, чтобы меня смотрело, по-моему... Какое-то... В общем, определенное количество времени нужно стримить. Зачем капитана взял? А что нужно было брать? Великана? Я бы великана не разыграл. Мы по-быстренькому сольемся, но сыграем на результат. Так и есть. Ой, что-то мне так хорошо до лейта добирается. Теперь надо как-то дожить до него. Так, нет, секретчика не хочу. Безумный алхимик, да, хочу. Блин, еще один таун за 5 маны. Да вы шутите, что ли? Мне пятерок просто гора. Давайте чердечки стрелы возьмем. Нужно что-то вначале отбиваться. Привет, УКС. Привет, Аренард. Так, у нас есть механизмы? А, нет механизмов. Че, еще один чердейский? Так, нет, чердейский бред. 2-3, второй дроп. Ну, просто второй дроп сделаем, возьмем. Привет, кот. Зови Грува. Так, человек сидит, отдыхает после работы, катает в картончик. Пиробластик. Пиробластик, будем завершать игру. У нас очень сильный лейт, довольно-таки сильный, очень много пятерок, все пятерки хорошие. Поэтому нужно лишь дожить до них, и у нас все будет прекрасно. Кабан, ребят, кабан, но нет, здравый смысл берет верх. Это не Алеша? А, окей. Сыграли супер. Поджигатель, ну тут спылов мало, это не... Ну хотя из этих карт что брать-то? Я не хочу брать экспериментатора. Эфирала тоже не хочу, возьмем поджигателя, это самое нормальное, что здесь есть вообще, в принципе. Сквернобота? Нет, ушки, нифига не сквернобота. Так. Одну секунду, чат убежал. Все. Варген? Вот, слушай, хорошая пятерка, просто прекрасная пятерка, но мне нужно чем-то вначале отбиваться. Мне слишком мало, давай разделенного варгена возьмем. Второй фаербол, окей. Бедовалась сразу с качеством. А что, сразу качество есть? Нет, качества вроде нет. Пока что еще нету. Что с викториной? Я помню про викторину, не переживай. Поставь герб с памятью о нем, хорошо. Ставлю герб. А дракона есть у нас? Нет, драконов нет. 2-4, за 3 играть никто не хочет. Возьмем дыхание дракона в таком случае. Да что за... Ёжик. Хочешь историю веселую? Ну, давай, чё.
Так, первый старт. Рип кабан. Так, ну тут хорошая пятерка. Добор карт. У нас нет добора карт, вообще нету, да? Давайте возьмем хоть такую. Огр. Блин, у нас шикарный лейт. О, вот возьмем владыку смерти, чтобы он нам просто дефил в начале, если он придет. Мне нормально, конечно, даже очень. Например, привет. Локти. Качество хорошее? Нет, качество хорошее, просто у некоторых не хватает интернета и начинает лагать. Поэтому, собственно, у некоторых лаги идут. Я надеюсь, если народ наберется, что у нас появится качество и будет возможность его менять. Я, по крайней мере, очень сильно на это надеюсь. Потому что если это будет печально. Да, видишь, не закрепляется еще 50 человек, по-моему, примерно. 50-60 человек, чтобы появлялось качество, к сожалению. Поэтому пока те, у кого хороший интернет, смотрят его шикарно. Те, у кого какие-то проблемы, у тех лагает. Как-то вот так вот. Пятерочки пока сбросим. Отлично, владыка смерти. Валира его ничем убить не может, только если потрошение даст него. Это даст мне нужные два хода, чтобы прожить. Да, Леня репостнул. Ну, в этот еще не совсем. Так, подожди. В Хайрдзон еще нет, потому что тут нету. Ну, тут нет еще человека, который репостит. Нету лагов, я смотрю шикарно. Ну, понятно, вот отлично, да? У кого хороший интернет, сразу видно. Эти смотрят шикарно. У Данила же, например, такая паника уже, который стрим, когда нет качества. На Ютубе по 70 бывало. Ну, да. Мне кажется, я знаю, что сделаю. Я напишу видео на Ютубе о том, что я все-таки перешел на Twitch, просто многие, может быть, просто тупо об этом не знают еще. Надо было идти в ладер, арена с новыми картами скоро. Подожди, вот это, короче, постановка просто. Просто железный сенсей на третий ход. Держи, друг. Да окей. Держи таун, друг. Нет, я тоже надеюсь сильно, что аренка будет нормальная. То есть мы откатаем ее, потом мы откроем паки. И если это как-то все ведется одновременно, что у нас будет уже следующая арена. Она будет уже с новыми картами. Я очень на это хочу. Я очень-очень хочу. Голубухой стрим в командировке. Что с обзором карт? Я про него помню, мне даже скинули... спасибо Арагону, мне скинул красивую рамочку такую. Я записываю, я в процессе. Все, Валера просто в панике, что ей делать. И даже с ядом придется дважды удариться. Коварный удар. Ну, в принципе, дожили до лейта, мы обязаны просто ее выиграть. Аренку 4-3 слил? Бывает. В ладере одни мехи? Да не одни мехи. Что уж ты тоже так, не одни мехи. Да бей ты уже. Значит, дело было так. Играю я комбо патроном. Против меня, значит, контроль. Я победил из-за патрончиков. Суть была в том, что игра длилась 30 минут. Этот воин просто ждал. Но играл нормально. Фаерболим. Что за рамочка? А это ты увидишь, когда я выложу первое видео по обзору карт подписчиков. Как думаешь, будет ли в ХС-8 лагать? Ну, не знаю. Есть такая вероятность. Спасибо, да не за что. Не, ну фаербол, что тут думать. Я просто думал, как-то, возможно, по-хитрому поставиться сначала, а потом не. Аренку 3-0 слил. На пятом ранге 10 раз подряд только против них. Ну, всякое бывает. Ну я, допустим, дрался, я вообще ни одного мехмага не видел. Я еще, конечно, только на шестом, но тем не менее. Ни одного мехмага не видел, серьезно, ни одного. Фейсконты только попадались. Все себе чаек заварили. К
Кстати, это приятно. Сейчас уже 37 человек, считая того, что еще даже на Хардзон не репостнули. Вот это ходы! А, ну Валер же с головой заберет, да, его? Да, Валера забирает головой. И снова лаги, может быть, я приду, может, нет. Печально. Ну, видишь, у кого-то лагает, у кого-то нет. Я, конечно, старо пытаюсь сделать так, чтобы не лагало ни у кого, но что-то пока не особо выходит. Че, мы боимся 4 урона по лицу? Да не особо. Запись по открытию бустеров будет на ютубе, да, разумеется. Фейсханты через раз. И выпил свой чаек. Мехмаги из Локи заполонили. Ну подожди, вот сейчас, когда новый аддон выйдет, они, мне кажется, все просто куда-то испарятся. Может, можем убить его нафиг, не? В 800 голды, 3 ЧГ, 2 Накса. Что копить? Покупай Накс до конца. Накс нужен будет всегда, поэтому можешь не париться. Накс нужен будет всегда и непременно его можешь брать. Не совсем это я хотел. Подожди, а что у меня? 10-го хода еще, конечно, далеко. Давайте, наверное, хотя там 3 карты. Ну и давайте сейвово сыграем. Только сначала, правда, надо было карту дропнуть, да? А не как я. Да, нет, ничего сильно не поменялось. По открытию всех 300 бустеров? Да, конечно. Здоровенько, откуда 300 паков? Ну, они 300 паков не только у меня на аккаунте. У меня на аккаунте 50 паков, и еще у других людей, которые попросили открыть меня тоже на видео. Это все будет просто в одно видео скомпоновано. Я просто сразу буду перезаходить на другие аккаунты и открывать снова их там, и там, и там, и там. Вот так 300 и набралось, поэтому у меня только на моем только полтинник. У меня нет финансовых возможностей позволить себе купить 300 паков. Не думаю, что агродеки попадут. Они, возможно, ослабеют по поводу агродек, потому что контроль сильно закрепляется. Привет, Абусак. Контроль очень сильно закрепляется и... Так, подожди, можем убить вообще? 1, 5, 6 не можем, да? Контроль сильно закрепляется, будет очень много хила, например, у того же приста, и фейсханты, попадающие против приста, будут просто офигевать. Включи звук ХС. О, точно. Спасибо. Как обычно, я его замутил и забыл. Чем поднялся до 6-го ранга? Темпомагом. Только темпомагом, ничего не менял. Интересно. Выигрывал, проигрывал, но все только темпомаг был, больше ничего не менял. Да, ребята, если кто-то новенький, фоловимся на канал, мне будет очень приятно. Недавно Blizzard сказали, что они будут развивать Hearthstone 20 лет. 20 лет, Карл! Новичкам в игре уже сложно, а что же будет через 20 лет? Мне кажется, знаешь, что будет через 20 лет? Через 20 лет, ну точнее даже не через 20, мне кажется, уже через год Близзарды придут к тому, что... Что, раскрутка там, что ли? Нет. Близзарды придут к тому, что... Будет покупаться Hearthstone, например, и сразу будут ЧГ в нем вложены, там, Накс в нем вложен. Допустим, ты как бы такой какой-то общий пак. Ты играешь, запускаешь Hearthstone бесплатно, и тебе предлагают, типа, хотите купить пакет? Стартовый пакет. Допустим, там, за 1200 рублей, в нем есть уже и Накс, и ЧГ, например. Или там еще следующее дополнение. Вышло следующее, однако с ЧГ объединили в одно, сделали это по одной цене. Вышло следующее, 3 объединили в одно, сделали по одной цене. Мне кажется, будет так, иначе это будет... Новая мета уже началась. Патрон Локи. Это что за наркомания? До 5-го доходило, чтобы получить? Нет, еще только пока что только 6-й. Пока что только 6-й. 5-й возьму... Так, нет, я не буду выбрасывать. 5-й пока возьму, наверное, завтра или послезавтра. Я до 10-го поднимался на чем только не попадя, и на фейс-паладине, и на фейс-ханте, и на чем-то еще, а вот с 10-го до 6-го шел только темпомагом.
Дроп не тупой. Ну что, давайте дропнем карту. Выбора-то немного. Нет, не факт, что прямо мне это начнется полностью. Не у всех есть, допустим, деньги на предзаказ. То есть есть люди, которые копят пыль. Есть, которые ничего не копят и будут копить только когда уже выйдет большой турнир. Так что вот как раз самое начало. Это будет большое столкновение тех людей, которые сейчас играют еще старыми колодами. Типа нормальных хендлоках, хендлоков, нормальных всего. А будут те, кто будут играть уже новыми. Стараться полностью играть на воодушевление. И вот старые и новые колоды столкнутся вместе. И что получится, вообще непонятно. Ты в Blizzard работаешь, что ли, все планы наперед, ты знаешь. Но это просто логично. Если они так не сделают, то они начнут терять. Точнее, не начнут терять, они не начнут приобретать новых людей. Когда паки откроешь, создашь новую колоду с новыми картами, поиграешь и посмотрим. Давай свой консекрейшн. Давай без ссылок. Договорились? А, отлично. Консекрейшн 2 существа. Довольно-таки дешево. А у меня есть тигры. Что будешь делать? Привет, Шанг. Мне кажется, новые карты закрепятся у мага и шамана, остальные не так сильно. Спорный вопрос. Царяка на гитаре стоит, который стоит на заднем плане. Нет, я специально порвал у нее струну, чтобы меня не просили играть. Go Face Valira. Ну, раньше же была Face Valira, которая играла через два хладнокровия и пирата. Весьма была больной. Почему-то ушла. Возможно, какой-нибудь умерец вновь снова возьмет ее, оживит, и все будет. И все будет. Точка. Не, ну волну огня слишком жирно отдавать на это дело. Я давно считаю, что пора ввести в магазин, где карты за монетки покупаешь. Это было бы удобно новичкам, это было бы невыгодно Близзардам, все просто. Так что, может быть, оно-то проще-то и проще. Следуй правилам. Не, не хочу следовать правилам. Хочу флеймстрайк. Да, вот так вот даже. Народ потихоньку появляется, очень приятно, 43 человека. Возможно, даже скоро нам качество завезут. Я очень на это надеюсь. Так. Паладин заколебал хиляться. Как думаешь, будут другие скины? Возможно, нам будут, но не сразу. Если о них не говорили заранее, я не думаю, что они будут. Близзарды обычно предупреждают о таких фишках, чтобы народ откладывал деньги. Близзардам же тоже это выгодно, что только они вели контент, его сразу начали покупать горами. А если этого не делают, значит вряд ли. Можно ли чем-то заменять карты из ЧГ и Накса? Нет, они, к сожалению, уникальны очень. Поэтому очень тяжело найти замену той или иной карте. Не покупай семечки, у меня вон тут лежат.
You shall not pass. Как ты думаешь, будет новое приключение? Разумеется, будет. Только когда? Вопрос, будет ли оно до конца года? Да и то, скорее всего, да. Мне кажется, оно будет... Октябрь-ноябрь выйдет новое приключение. Blizzard, нам же нужно деньги грести. Просто как это будет реализовываться действительно на новичках? Сегодня уже спрашивали, что им будет крайне тяжело. Ай. А, ну ты же без оружия. Все в порядке. Так. Знаете, что мы сделаем? Давайте мы 2-1 отдадим 7-2. Посмотрим, что выйдет. Если что-то страшное, мы его завцуем сразу. Не так страшно. Вцевать не придется. Правда, такие глупые размены получились. А у меня есть огр. Гоу-музончик. В принципе, пока что можно даже музончик включить. Но, наверное, нет, осталось 40 минут. Давайте мы не будем. Уж мы сначала откроем паки полностью все. Потом я отключу запись и будем нормально шпилить под музончик дальше аренки. Надеюсь, уже с новыми картами. Давайте как-то мы, наверное, перестрахуемся, да? Ну и все, и Кори просто по лицу. Тихонечко в контроль. Те, кто любили играть в контроль колодами, в следующем мете им будет намного легче, потому что очень много карт, которые способствуют контролю. А все фейсы отодвинутся, я думаю, нормально. Так, они останутся, несомненно останутся, они даже будут заходить. Но не факт, что они будут так же сильны, как сейчас. Мы не ищем новых путей для новичков. Ты подожди, возможно, они ведут, знаешь, какие-нибудь квесты новичкам. Что-то еще новичкам ведут. То есть... стартовое начало бустеров ведут новичкам. Возможно, денег совсем не станут. Они предложат сразу ЧГ или НАКС новичкам, чтобы он был. Я не говорю, что это будет через месяц, через два. Например, через год, через два, когда ЧГ уже как бы устареет, НАКС устареет еще сильнее. Возможно, сделают так. Но если вдруг не будет приходить народ. Не-не, мне нужно это вначале отбиваться. Издевается над амурским тигром. Тихо. Ни над кем я не издеваюсь. Надо уж давно раз огры. За первые 100 побед давали голды. За победы... на экспертном уровне сложности победы в тренировке. За каждый класс, если побеждать, дают 100 голды. За первую арену бесплатно дают. За 100 побед, за 1000 побед. А, за 300 побед, по-моему, дают. Или за 800, что-то, короче. Вот это хорошая реализация. А может, у него еще на второй ход пинг выманим тоже? Да, ведь? Чувак, давай еще раз пинг. Это как бы довольно дешево, но он за это ничего не выставляется. Мне это самое только то, что и нужно, чтобы игра в лейт ушла. Они обязаны привлекать в игру новых людей. Так да. Сейчас самый сильный герой станут маг и шаман. Шаман согласен, маг не уверен. Ледяную стрелу боимся. Пока мана есть, давайте, наверное, кинем. Шаман, да, маг я не думаю, что так сильно прямо... Опачки, пойду экспертов валить. Сейчас просто убежал 20 человек со стрима, пошло все экспертов убивать. Грув, спасибо за фоллоу. Как думаешь, какую группу карт в приключении сделают? Пираты, мурлоки или совсем что-то новое? Ну, вроде как ходили слухи о мурлоках, но не знаю, правда ли это будет. Не, сюда фаербол дадем. Близзарды будут прыгать в бассейн с золотом, но это вряд ли. Биться сюда двумя существами останется... А если чем-то бафнет? Не, давайте заберем. Сабзирко, спасибо за фоллоу. Конденсальный вращатель ему передать, да? А тебе огра не передать, друг? Евгеныч, спасибо за фоллоу.
Это же не Грув, это Грув. А, подожди. Да, это не Грув. У Грува тут другой аккаунт, точно. Нет, 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 это, по-моему, не Грув, да. Он тут не Грув, не Грув ХС. Он по-другому здесь. Это не Грув, точно. Кто-то опять под него. Косит. У меня, правда, есть одно предположение, кто? Вы тоже, правда, знаете, о ком речь идет. Так. Крабик, спасибо за фоллоу. Рада шамана? Ну, неплохо. Все вспомнили про фоллоу? Ну, так. Я вообще не против, что все вспомнили про фоллоу. Каждый раз вы всех вспоминали, было бы супер. Что, вторая овца? Нет, нет второй овцы, ледяная. А пока что, типа, примораживает, потом хочет убить. Окей. Так, у нас есть живот. Живот нам нравится. И у нас есть варген. Варген нам тоже нравится. А там Flame Strike. И у нас будут проблемы, да? Вот ли прогном она, можешь убить. При создании Blizzard хотели добавить классы Вал'джин, Тирион, Ван Клифф и еще кого-то. Ну, видишь, потом решили, что это очень сложно, очень тяжело делать баланс между более чем 9 классами. Почему сейчас не добавляют никого, типа Черного Рыцаря? Потому что сейчас продумать весь баланс заново по отношению к каждому классу, это очень тяжело. Сделать такие карты. О, привет, Никит. Когда кабан будет вечен, удар в печень. Кабан вечен. Нет, походу, флэмстрайка. Это очень меня радует. Будешь ли ты пинговать сюда? Или он сейчас разбил и даст флэмстрайк? Нет, не даст. Зеркальные копии, что еще можно пожимать? А, вот так вот, да? Эй, давай без глупостей. Нифига себе! Метки падла. Наполнение вышло? Нет, еще не вышло. Еще не вышло. Еще не вышло. Окей. Ой, это, конечно, неразумно немножко было. Я нифига не намекнул, что у меня в руках есть пиробласт. Если там, конечно, есть отхил, то будет проблема. Если же его нет, все будет хорошо. Мы ждем еще полчаса, и после чего идем вскрывать гору пака. Че, маг, есть отхил? Огр, нет отхила. Троечка отхил есть? Нет отхила. Ой, подожди, а секреты есть? Нет секрета, прекрасно. На! Кому-то делать нечего, еще создает аккаунты и аккаунты. Привет, привет. Когда выйдет? Через полчаса. Есть инфа правдивая, но вроде как уже Близзарды подтвердили, так что через полчаса будет возможность открыть. Ван Клифф вместо Валиры? А, типа новые облики или это старые облики в начале? А, это в начале какие хотели сделать? Ван Клиффа вместо Валиры? Ну не, Валера лучше. Валира, Валира. Маг против мага, не удивлен. Ой, слушай, я все оставлю. Я все однозначно оставлю. Есть развод его на первый раз на монетку на пинг, на второй раз на пинг. И третий ход у меня тоже есть. Трок не тупой, трок не тупой, а маг бывает тупой. Буду лего на приста крафтить раньше всех. Привет, Егор. Я даже список составил того, что я хочу, в принципе, выбить. Ну, имеется в виду из легендарок и эпиков, но об этом поговорим немножко позднее. Так... На, держили прогнома. А если что, я хочу поставить, получить запчасти, запчасти разыграть под поджигателем. Ух, смотри, не развелся на монетку, да? Ну окей, а сейчас. Да.
Только один человек от нечего делать может создать гору аккаунтов и называть их по-разному. У нас много секретов. Еще и с секретом скажи, да? Йоу. Я убью так вот, чтобы у меня появилась запчасть следующего хода, я мог разыграть, заодно проверить на сайленс. А, это вообще раздвоение. Ну и зачем тебе два мага-секретчиков? Правда, сейчас поставит обоих и даст два секрета. Ну, имеется в виду потом, будет не очень комфортно. У нас много секретов. Ты мало думаешь, а действуешь в два раза быстрее, чем Грув. Он все обдумывает, одна ошибка летала не будет, бывает. Бывает, но так слишком... Это вообще-то была шутка, блин. Может быть, ты и прав, но так это ж очень много думать надо, ты чё, это ж сложно. Блин, а чё я... А, подожди, нет, я хочу вот так. Так, ну чё, чувак, я ж тебе проплатил, правда? Не проплатился. Не пошло, чутарик. Интересно. Лучше ж поджигателя. Надеюсь, что нет пылов, чем отдавать рывок 2-5, которого пупка 5 его фиг еще убьешь. Это же бренд. Бренд что? Кто? Нет, это Flamefuhrer, ты что? Если ты про него. Я просто помню, на немецком это Flamefuhrer, блин, зараза. Будет меняться. Ну, должен меняться, иначе просто спинга убью. Нет? Ты не меняешься? Так-то, короче, мне меняться как будто надо, да? Это ошибка? Ну да, немножко есть. А что варлоком тут? Мне интересно. Я варлок. А, это про новое дополнение-то. И сюда пинг идет, да? Нормально. У меня сегодня денюка, мне сегодня 12. Поздравляю. Flamefuhrer, я не так... Да-да-да, Flamefuhrer его зовут. Для попадания прожигателями нужно продлить подписку. Вот это может быть. Он заплатил больше тебя. Так, чё, флеймстрайк? Ой, фаербол в смысле? Да, фаербол. Нормально. Сейчас выходит мужик, идет бьется сюда. Ой, слушай, или огр вообще выходит. Не, надо девку убирать. Вот так вот и вот так вот. Фаерболком дадут пони 1-1. Так, у нас осталось 27 минут до часа X. Вот тут не напомнил про семечки, у меня тут семечки с угла лежат, надо их убрать куда-нибудь. То есть, что прямо на стриме грызть. Так. Вопрос, выйдет что-то такое страшное, что мне нужно будет убивать с фаербола его? Не, уже кажется вряд ли. Уже надеюсь, что-то такое, что чем я смогу справиться с... Канет, спасибо за фоллоу. Так. Давайте мы его вскроем для начала. Очень жаль. Я поздравил. Привет, Берс. Сейчас патрон воин, потом будет... конь-варлок. Так, сюда фаербол. Подожди, стоп.
А! У меня, кажется, летал есть. Кейн, это я, Кейн. А, это Кейн. Окей, Кейн. После этого что-то еще типа АД написано. Хорошо, Кейн, понял. Вот ты к нам присоединился на Твиче. Давно тебя не смотрел. Ну вот, теперь, надеюсь, будешь почаще смотреть. Ой, слушай, конечно, Flamethrower это хорошо, но нам нужен что-то пораньше. Да мы даже это оставим дроп. Тем более у нас под Flamethrower есть монетка. Че, мана змей, что ли, у тебя есть? Там как будто все первые дропы, он просто перебирает их. Нет, я оставлю монетку под поджигателя. Хочу. Спай, спасибо за фоллоу. Так. Следующий ход комба. Поджигатель, монетка, чердейские стрелы. Олдфагов тут больше и больше. Берс, были бы все эти 300 паков у меня на аккаунте, я бы волновался очень сильно. А так как у меня только на аккаунте только полтинник, поэтому не очень переживаю. Я буду открывать просто паки на других аккаунтах еще. Меняется, да? Нет, не меняется. Так, давайте сначала попробуем, наверное, все убить поджигателя. Что у нас будет? У нас будет 5 выстрелов. Нет, у нас будет 7 выстрелов, да? 2, 3, да 2. 7 выстрелов. Тут 5 хп. Ну что, давайте попробуем. Темпомаг на арене, все в порядке. Что за эпики предлагали? Горного великана и что-то еще. Я просто с великанами не очень на арене дружу. У меня, конечно, есть еще один спелл. Энкель все-таки ладдер. Еще долго? Еще 20 минут. 22, если быть точным. Да я просто решил, знаешь, надоело проигрывать арену. Дай, думаю, себе скопирую колоду темпа мага себе на арену, чтобы проще было. Че напрягаться, думаю. Восемь, да. Пока мне говорили, что 8. Если Хардстоун не загнется от наплыва открывающих бустеры, то 8. Заводной великан. Каких только великанов у меня не было. У меня был уже заводной, у меня был огненный, у меня был горный, которого я кое-как разыгрывал. Короче, вообще ужас. Лучше я без великанов поиграю. Вот 3-3 за 3, нормально, пойдет. С великанами вообще дружить так себе. А чем поворон вообще есть? 5, 6, 7, 8, 9. Не, что-то, короче, как будто не хватает, да? Не торопи меня. Там сейчас может быть флеймстрайк, поэтому давайте не будем выставляться. Ты слышал русскую озвучку Варриор Арена? Нет, не слышал. А можно ссылки? Не рекомендуется. Точнее, нет. Ага, флеймстрайк. Окей. У меня есть за короля. Еще пока ничего тут нет, Паша. Еще тут ничего не настроено. Я только настроил, чтобы трансляции нормально сохранялись у меня. Больше пока ничего не настроено. Трех экспертов убил, пока голды не дали. Нужно убить всех экспертов.
всех экспертов убить один раз, после чего дают голду 100 голды. Будем убийство ложкой проводить, что? Вскрытие просто. Да, Паша, такая сложная работа. Там чувствую, качество еще не завезли. Смотрю, 49 человек, то есть осталось... Че, только не говорите мне, что не умирашка. Ну че, не умирашка? Нет, нет, не умирашка. И там пропустил? Да, пофигу. Видел новое здание? Алим, видел. Сало на замороженном это было. Оу. Оу. Да, окей, я понял, о чем вы, да. Летал, мистнул, да фиг с ним. Тамош, пиши мне в ВК. Не слетал дизлайк, отписка. Да я что-то сегодня... Пока что в основном в чате пока что Токаренко легко идет, так даже не думаю толком. Неужели темпомаг на арене? Ну почти, да, очень похоже. Шаман, шаман. Ну это шаман точно с грозой, вопрос, будет ли она у него в руке. Не, тяжеловато. Давайте ко мне вторые, третий дроп, пожалуйста. Зашло качество? Не? А я не вижу. Качество завезли. Все, прекрасно. У-у-у-у. Качество, качество. Ты теперь хоть стрим не прерывай, чтобы качество не ушло. Приветствую тебя. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, шаман. Написал ВК. Хорошо, Тамош, я посмотрю. Сейчас ставлю микробот, а потом сосулапов. Нет, не устраивает. Но видео почему-то не грузится. В смысле? Что ты меня пугаешь? В смысле видео не грузится? Что случилось, ребят? Пропало видео? Ты меня пугаешь? Или серьезно пропало? Вот я вижу, что у меня качество появилось. Спасайся, стрим. Все, окей. Интересно. Все. Просто я показываю. Убежало сразу 15 человек. А, 3 сюда, 2 сюда. Если с камнедробителем 6 сюда, 2 сюда, тогда с камнедробителем убивают. Ну да ладно. Все, пошло, пошло. Все, отлично. Теперь еще и с качеством. Мы сегодня вообще счастливы. Хоть делай 5-часовой стрим за это. Что качество завезли. Оу, Трилин Дрейк. А нам до волны еще далеко. А биться будет? Не, биться, кажется, не будет. Плох. Все, Данил очень рад. Данил очень рад, что это. Правда, куда-то убежал сразу 22 человека, но это, наверное, потому что... Так. Вот в идеале бы сделать целый пинг на него, но это только через ход получится, а он по-любому сходит в атаку, это мне не нравится. Это мне не нравится, поэтому это сюда. Что там будет гроза? Нафиг и фиг ее знает, будет, нет. Конечно, плохой, но 100 стримов нет. Все, мы делаем 5-часовой стрим. Ну, куда-то убежал столько народу, посмотрим, сколько будет по народу. Наконец-то качество. И... Прекрасно, прекрасно. Оу. Оружие. Оружие не очень хорошо.
Давай музыку, Блазь, чтобы было интереснее стрим смотреть. Бес, музыка будет сразу после того, как я паки вскрою, чтобы паки можно было нормально залить на YouTube. Стало плохое качество, так это ты обнови. Ты целых 30 секунд молчала, у меня жена удивилась очень. Я могу еще помолчать, давай удивим твою жену. Найди в ВК звук фанфар, да, боже. Зачем такие геморрой? Посмотрите, следующий ход скилл страйк, и все будет в порядке, да? Давайте ему не покажем, что у нас он есть, да? Ой. Минус один. Один урона. Это было ошибкой. Мы видим твои сообщения. Привет, Rainy Day. Сколько побед? Да немного. Так, что происходит вообще? О, у меня чатик убежал. Че, мы хотим сюда флеймстрайковать? Наверное, хотим, да? Ну, сладко, 4 карты. Да, давайте даем. Добавь ключ вместо кабана. Слишком просто с ключом, че ты? Обнова сейчас будет голдковать, забей на ренку. Так я забью на ренку, но еще обнова через 13 минут, поэтому... Поэтому ждем. Я еще успею ренку слить за это время. Хорошо, Томаш. Что-то я все-таки решил убивать, да? Ой, забирает обратно еще его. Ой-ой-ой. Что-то попахивает первым сливом, да? Или нет? Или да? Можно больше 4 стрел в манекен откуда? Давай попробуем. У меня вообще только 2 получалось. Тут же вроде просто стреляешь в цель, и они втыкаются в манекен, да? Или как-то по-другому? Нет, дают 100 золота, если пройти всех экспертов. Не 300 ни в коем случае. Сотня. Разок сюда. Вот это хорошо, да. Четыре-три. Откуда качество? Народ появилось качество. У меня, в принципе, вот есть пиробласт, только я до него не доживу, я чувствую. 19 хп, у него 11, 16, 20. Йоу. Нужно хиляться, это по-любому. Вопрос... Что делать, кроме отхила? Ну, это как бы так, отчаянные попытки сделать непонятно про что. Опа, качество. Да я сам в шоке. Представляешь, качество дали. Обалдеть. Может, чтобы каждый раз так давали, так я бы даже, может, подольше стримил. А то сидишь,
половина жалуется, что у меня лагает, у меня качество плохое. Почему, когда качество? Откуда я знаю, когда качество? А можно мне еще один Flame Strike? Правда, у меня он один сказал один, но можно второй? Если приходит пиробласт, я выигрываю. Все просто. Ну давай, у тебя нет одного урона. У тебя нет одного урона. Нету, 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 нету у тебя одного урона. Прекрати. А! 19 урона, Карл. Да, я понял, что 19 урона. Я вот тоже считал, считал, считал. Но у него, представляешь, тотем огненный оказался. Откуда у шамана огненный тотем, представляешь? Так бы я еще и выжил. Так, что там? 9 минут. Мы успеем еще даже арену проиграть. Эх! 19 урона, Карл. Как можно начать игнорить самого себя? Вообще запросто. О, 55 человек, ребят. Всем привет. Все, кто новенький, ребят, фоловимся на канал, мне будет очень приятно. Ой, против меня играет Чили-Чили. А, 8 минут. Так, давайте перевертыша возьмем. Перевертыша можно использовать на девку 1-3. Тогда она не сможет биться и хиляться. Оу. Снова флеймфюрер и монетка. Правда, тут, наверное, так не получится сыграть. Сборщик, окей. Есть у тебя слово тьмы боль? Или нету? Кстати, если есть, лучше ты сюда его дай, чтобы я потом поставил спокойно себе владыку смерти, ты его не трогал. За 100 фолловов выбежит Кован в прямом эфире. Капитан Гибсон, спасибо за фоллоу. За бесплатных паков сколько-то дадут? Нет. За бесплатных паков дадут тебе бороду. Давай сюда. Свою игру столь давно смотреть будешь? Наверное, буду. Я даже просто не знаю, когда она, но буду. Ну, представь, нету слова тьмы боль, иначе бы он давно ее применил. Не вздумай. Анастас, спасибо еще раз. Ну, бомбер без эффекта, это, конечно... Да кого я обманываю? Все равно жопа. Вик, спасибо за фоллоу. В ГВГ же давали бесплатные паки? Так давали бесплатные паки. Тут сказали, что, ребят, вы бреетесь вам, а не паки. Сделали вам предзаказ, пожалуйста. На ГВГ же не было, по-моему, предзаказа. А тут вот вам предзаказ, держите, а баков вы не получите. Владыка плюс боль равно Рагна. Ну, ну, слава богу, нет. Бомбер тоже не классный. Вызови какой-нибудь, не знаю, там, отхилятор сейчас сюда. Сова. Вот я был бы вообще не против. Что-то опять самолеты летают. Оу, забирает он еще и живых остается. Что, у меня флеймфюрер постреляет хорошо, нет? Теперь точно нет. Ага, привет, Толь. Зиппер, спасибо за фоллоу. А как можно стать бодрым? Только через постель.
Это к Лене обращайся. Так, это сюда, да? Что, флеймфюрер овца? Флеймфюрер монетка овца. Так-то бы лучше в обратном порядке, да? Ну да, блин. А обратно будет плохо, да? И вот сюда две цели тебе. Раз, два. Пойдет. Тебе не верят с паками? Ну, почему нет? Тут ты так. Нет, мы тихо слова. А Данил говорит, ты тоже так модером стал? Так, а что мы можем? Мы можем поставить броню, и она нам не поможет. Мы можем поставить так, и да. И да, и нам нравится. Ну прости, Лёня, ну прости. Прости, что сдал тебя. Вообще неудачно получилось. Сходил сначала овцу отдал, что ли, чтоб сделал, что хотел. Дали 100 голды на новый пак. 3 легендарки упадет, и нормально будет для начала. 4 минуты? Ой, блин, у него тоже перевертыш есть. Хорошо, Данил, больше не буду. Больше не буду. Ни в коем случае. Не буду, не буду. Да ё-моё, ещё танк-паук. Мы хотим живота. И чё ещё? Живот и ничего, да, как будто? Да, ребят, ладно, хорош. Как люди все равно, точно. Во сколько обнова? Через 2 минуты. Так что мы сейчас как раз эту партию доигрываем, больше никуда не идем. И сидим, и молимся, и ждем, когда же там выйдет обнова. А можно мне флеймстрайк? А, ты решил поменяться? О, черт. Тогда сайленс. Или фаербол. Дыхание дракона. Не, не канает. Еще варианты можно? Если там есть сайленс, то какие проблемы большие я себе сделал? Надеюсь, то, что там сайленса нет. А турнир с подписчиками по дураку или по ХСу? Да, 8? А, все, я сурендерю. Нет, ладно, давайте доиграем. Давайте доигрываем и идем вскрывать паки. Да идем вскрывать паки. Чувак, давай быстрее, сдавайся. Сдавайся, там паки появились. Ну, говорят. Говорят, что появились, по крайней мере. Ой, я не вижу, ник синий. Стинер, привет, да. Загоном Риган. Волну огня, давай, волну огня и приз просто сдается. Волну. Ну, пожалуйста.
принципе, даже без волны справляемся тут нормально. Только бы он не додумался хилять. Йетика. Не-не-не-не-не. Смотри, как додумался. Все, открыто, сервы лагают. Ну да, я тоже смотрю, немножко у меня порвать пошло. Все, 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 все. Чувак, давай быстрее, быстрее. У меня время, время, время. 65 человек же, когда давай, давай. Чили, чили, ходи давай. В темпе, в темпе, в темпе, в темпе, в темпе. Нужно будет делать стоп-стоп-старт и начинать запись. А, блин, чувак, давай быстрее. Чувак, давай быстрее. Это же не механизм, да? Нет, не механизм, все хорошо. Так, 5, 6, 7, 8. Хилиться ли сейчас или подождать? Не, ну надо хилиться и таунтиться. Новая анимация вскрытия? DDoS HS. Ну, походу, представляешь, сколько народу пошло вскрывать предзаказ? Кто каприз сообразит, что надо сходить, так мы сразу пойдем все вскрывать. Сэндвич, спасибо за фоллоу. У меня ХС не заходит, сдайся уже. Нет. Нет, не буду я. Ты что, я могу победить. Если сейчас Flame Strike завезут, то могу победить. А так что-то пока что не особо верится. Ну что, Flame Strike, пожалуйста. Ну, пожалуйста. Запускаю обнимашки. Запускаю обнимашки. За честь. Лайфкоуч, сдайся. Чили, чили. Блин, ну, конечно, пристав карт побольше. Но стол пока вроде как более-менее за мной, что ли. Ну, конечно, может поменяться и похиляться, и у нас будут проблемы. Когда не верится, это знак, что пора открывать паки. Действительно знак. Ну, получается, на моем аккаунте, как и на большинстве других аккаунтов, полтинник паков. Так что на каждом аккаунте, например, должно быть по две легендарки. Это так, такой средний показатель. Оу. 4. Раз, два, три, 4. Размен сюда. Размен сюда, отхил, да? Слизнюк. И хиляя, да? Да. Ва-банк просто пошел. Ну все-таки один. Тебя после игры выкинет, ты даже не сможешь больше зайти, да? Но ты давай так не будешь это говорить, надеюсь, мне все получится. ХС шипит, тупит что-то? Ну, я надеюсь. Да, ребят, все, кто новые ставим фоллоу на канал, мне будет очень приятно. Настенька. О, Настенька, Настенька у нас новенькая. Ага, он просто идет до конца. А, нет, не до конца. Я думал, он такой смелый, что решил до конца отдаваться, но нет. Авиана и Варя... Рин. Рин, да, Авиана нет. Авиана далеко не самая важная лего.
Настенька, спасибо за фоллоу. Не выходи, я пытаюсь зайти, не могу, не надо выходить, играть дальше. Ну, по-моему, сейчас наигрался уже, да? И... А, и морозка. Ну что, Flame Strike или не Flame Strike? Нет, не Flame Strike. Размен сюда, это нас убивает. Suited Master. Хест накрылся. Ничего не накрылся, сейчас будем паки вскрывать. Если меня сейчас не выкинет из игры, как говорят. ХС. ХС. Вернись, я все прощу. Такие тормоза, когда переходишь. Боже. Все погнали просто паки вскрывать толпой. Кстати, сейчас больше вероятность, что что-то заглючит и... Либо легендарок совсем не будет, либо их будет больше. Так, это мы оставляем. Открыть комплекты! Открыть комплекты! Он не хочет! Не, я как бы в меню, я могу навести на друзей, могу их открыть, могу закрыть, а комплекты не хочет! Даже с телефона не заходит. Ну ты прям не радуешь и радуешь. О, открыть комплекты. Перезайди в игру, ну-ну. Вот, ребят, комплектики. Так. Во-первых, я сделаю... сначала сменю сцену. Вот на эту. Во-вторых, нажму